Давай,
Динка на Гену, и Гена забивает третий мяч. Отлично, третий. 47-я минута. Надо Кондратья шикарно. Миша! Удар! Буквально сантиметр от дальней штанги. Все правильно сделал. Миша. Удари! Второму номеру с капитанской точки. Игра получилась боевая. Так получилось, что не доиграли игру. И в первом тайме не доиграли минут 7, и во втором минут 10. Ну, ничего страшного. Такие игры тоже нужны. Все ребята проявили свои бойцовские качества. Все молодцы, старались, боролись до конца. Ну, чуть-чуть не хватило. Ну, я сфалил как бы нормально, там, игровой момент. То есть ничего там такого страшного не было. А уже дальше ребята из Тараса начали грубить, бить сзади, поэтому я считаю, мы в этой игре, ну, не виноваты, что пошла такая игра. Мы просто отвечали грубостью на грубость.